Ну что, приготовим такой салат? Единственное, забыла, у кого я его видела, у какого блогера. У меня есть плейлист «Готовим по-ютубовски». Так вот, я приготовила вот такую зеленую полянку. Давайте я вам расскажу, как я ее приготовила, эту полянку. Делается невероятно быстро. Давайте-ка сейчас сделаем салат. Быстрый-быстрый, но вкусный до безумия. Что сюда требуется? Сейчас я морковку и лук пережарю. Картошка у меня варится. Желтки, белки отделила. И требуется ветчина. И начнем с вами собирать слоями этот салат. Моментальный. Вам он понравится. Главное в этом салате наша терка. Трем абсолютно все, кроме ветчины, которую мы режем кусочками. Укроп будет у нас для украшения. Все. Сейчас я морковочку потру и брошу сюда к луку на пережарку. Делаем пережарку лука и морковки, но, конечно, не до разваленного состояния, а до полуготовности. Пока жарится морковка с луком, натрем желтки на терке. Три у меня яйца и белок натрем на терке. Картошка сварилась, я ее тру тоже на терке, на крупной. Белок потерла, желток потерла, ветчину нарезаем кусочками. Можете брать все, что угодно. Может, это будет курица, может, это будет мясо какое-то, карбонат там, или пастрама, или что-то еще. Дело ваше. У меня ветчина. И остывает у нас зажарка. Собираем салат. На дно ложим натертую картошку на терке и сеточку майонеза. Разравниваем желточки наши. Вот так. Теперь майонез у нас идет. Теперь слой колбаски или мяска. Что там у вас, курица может быть. Ветчина уложена, а теперь опять сеточка майонеза. Сейчас даем салату пропитаться. Поставим в холодильник часика на два. Пусть он пропитается. И, пожалуйста, вуаля! Кушайте на здоровье. Он очень вкусный, я вас уверяю. Украшайте, как вы хотите. Я маленько сделала не так, как нужно. Но единственное, что его нужно делать на блюдо, а не в салатнике, не в глубокой тарелке, чтобы видеть бока, вот эти кудряшки. Тогда он будет нарядный, красивый. Ну и так ничего. Это не на праздничный стол, а просто на ужин.